На территориях, где есть лесные массивы, мы применяем комбинированную технологию обработки грунта, используем фрезу, почвофрезу там, где это позволительно сделать с точки зрения отсутствия корней растений, ну, в частности, вот эта территория. Там же, где растения находятся близко друг от друга, мы используем Power Rake. У него поверхностный способ воздействия на грунт. Power Rake обрабатывает только самый верх поверхности. Вот, вместе с тем он позволяет изгладить эту территорию и впоследствии ее утрамбовать. Территория утрамбована. Это касается и тех участков, где применялся Power Rake, в частности, вот эти вот промежутки между деревьями, вблизи деревьев. Затрамбована и та территория, которая разрабатывалась почвофрезой, ну, в частности, вот это открытое пространство. В итоге это однообразная поверхность, которую можно работать газонокосилкой, по которой приятно ходить ногами. Дело за небольшим, за погодой, за теплом и водой. И вся эта территория должна стать зеленой поляной. Реализовали все, что было запланировано. Все.